7 преступлений, связанных с мошенническими действиями, зарегистрировали в январе полицейские из Заводоуковска. Общая сумма ущерба пострадавших – почти 600 тысяч рублей. Самым распространенным способом обмана остается звонок от псевдосотрудников банка. А еще сделка по покупке-продаже имущества через сайт бесплатных объявлений. Подобные преступления очень сложно расследовать. В прошлом году почти из 150 случаев удалось раскрыть только каждый пятый. А сумма потерянных денег превысила 2 миллиона рублей. Сложность в том, что абонентские номера сим-карт, которыми пользуются злоумышленники, зачастую зарегистрированы либо на вымышленные анкетные данные, либо на несуществующие анкетные данные. Да? Денежные средства переводятся на банковские счета, банковские карты, зарегистрированы таким же образом. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан быть бдительными, ни в коем случае не переходить по ссылкам СМС-сообщений, перепроверять информацию в банке и не называть данные карты.